18 июля в России отмечают день создания органов государственного пожарного надзора. С профессиональным праздником принимают поздравления огнеборцы и инспекторы пожарной безопасности. С началом пожароопасного периода они работают в усиленном режиме. Проводят профилактические беседы. Вместе с сотрудниками лесной охраны выявляют и пресекают нарушения правил пожарной безопасности в лесах. По данным МЧС, в органах Федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходит службу 13 тысяч сотрудников. Ежегодно инспекторы Госпожнадзора проводят 1,5 миллиона мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах. Благодаря этому ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.